Быть грамотным модно. С такой позиции выступают студенты Казанского университета, которые под диктовку попробовали написать отрывок из знаменитого романа Александра Пушкина «Дубровский» в рамках Пушкинского диктанта 2020. Они показывают свою филологическую компетентность, языковую компетентность. Они таким образом выражают свою любовь к русской литературе, к русской поэзии. Сегодня модно говорить правильно и писать правильно. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Студенты сидели в масках и соблюдали социальную дистанцию. Он должен был проходить в июне 2020 года, но в связи с пандемией, в связи с угрозой болезни, да, мы перенесли это мероприятие на октябрь месяц. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюз.